А вот то, что в дальнейшем автомобилист отъехал вперед, то есть он мог, в принципе, не знаю, там, испугавшись там чего-то, в какой-то такой вот реакции отъехать вперед и в дальнейшем, ну, не знаю, там, полицию вызвать, еще что-то. Нет, он отъехал назад, чем умышленно спровоцировал ДТП. Вот это абсолютно точно наказуемо. Я даже больше скажу, что мотоциклист в этом ДТП имеет право на возмещение по ОСАГО, а ОСАГО, страховая компания, она, имея вот это вот видео, абсолютно точно показывающее, что ДТП было с умыслом нанести ущерб виновного лица, да, страховая компания уже будет иметь право взыскать эту сумму, которую выплатил мотоциклисту, в порядке. Больше не прав.